И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Сегодня продолжим путешествовать за артефактами. Я сгонял, залутал недостающие, и осталось, ну, недостающих по три, чтобы каждого было. Осталось еще охотника и силы взять, ну там, телепорт рядом стоит, прям с этим компрометом. Еще по одному, и все будет хорошо. А сегодня пойдем вот сюда. Навелся и жду, когда появится надпись. Ой, туплю. Это артефакт целостности и артефакт пожирателя. Два последних артефакта, которые не хватает для того, чтобы посещать уже боссов, да? Пойдем также на саблезубе. Хотя можно и на диадонге, к примеру. Слушай, а диадонг, у тебя что там по здоровичкам? Ой, по прокачечке. Блин, у тебя прокачка уже хорошая. Я тебе пару левелов только получу. А мучений я получу еще больше. Поэтому да. Сорян, горло. Запершил непонятно почему. Слушай, а давай... Я все-таки сгоняю за артефактами сначала. Так, залутал по одной штучке. Я думаю, этого будет мне достаточно. Я надеюсь, что... Ну, хотя ладно, там на параметр я еще хочу поэкспериментировать. Но я думаю, пока что хватит. И погнали в пещеру артефакта целостности. Лавовая пещера. Если не ошибаюсь, здесь мне будет очень жарко. Но для этого у меня есть... Такая штука. И по идее так должно быть не так уж и плохо. И я что-то мобов не вижу. Может, еще для них рано? Но рано не поздно. Ну ладно. Вот мобы. Да, самое главное туда не улькнуться. Дилка? Тут дилки? Нет, наверное, просто случайно заспавнившиеся дилки. Ох, ониксы, мать вашу! Не! Пожри! Говна! Понятно тебя! А теперь будем уже так добивать. Ох, я их ненавижу за то, что они травят. Они отравляют, и типа вот это вот надо время, пока это пройдет. Ну, такое себе. Ну, это, походу, дело случайно тут заспавнились. Ни разу не видел, чтобы дилки были в пещерах просто и как бы в покое. А вот в Астове едел. Ну, изичная какая-то пещера в этом плане, ну, в плане мобов. Слушай, я не помню, чтобы дилки-то здесь были. Че, реально дилки лазят? Спавнится? Точно. Офигеть! Как там страшно. Ну ладно, чё? Погнали! О! Классно! Чисто такая из-под земли вылазит, такие... Ха! Surprise, motherfucker! А я такой, на тебе! И... Не про канала. Слушай, мне теперь интересно, что там. Surprise, motherfucker! Почти! Так, вот реально не улькнулся куда-нибудь в лаву. Это вам не водичка. Конечно, еще не заблудиться бы, что тоже такое немаловажное. Хотя будет смешно, если я заблужусь, короче, к артефакту приду. Страшно, шо песос. Над обрывом прыгать всегда страшно. Это как пещера лорда. Если ты грохнулся в обрыв, то все, там, короче, ты не выжил. Вот так же, я думаю, здесь.
Не надо летать. Ну подходи. Ладно, топер сержу. Так, они по мне ударяют? Нет, не, слава богу. Текс. Вот ненавижу вот это, когда ты сидя на седле нажимаешь на R, и он почему-то залез в инвентарь. Так, погнали, погнали, погнали. Да, подходи по одному. Ты всего лишь одна, поэтому подходи по одному. Так, слушай, я здесь реально заблудился, походу, да. А не, вон артефакт. Это что за нафиг было? Было что-то страшно, когда оно сверху на меня грохнулось. Но, да, смех смехом, но факт фактом. Я, можно так сказать, заблудился и нашел артефакт. Да. Ну, все в моем духе. Так что ничего нового. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там-то я помню, там надо будет прыгать через эти. Поэтому я думаю, там. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут самое главное всех мобов замочить, чтобы они не это. Не мешались. Такс. Этот ставится. Да ладно, даже не здесь. О, здесь ставится все. Фу, я думал, какого фига даже здесь не ставится. Такс. Отлично. Это у нас артефакт. Ладно, я забыл. Иди сюда, я тебя сейчас замочу. Так, отлично. Фух. Не, реально, мне страшно прыгать через вот эту лаву. Целостности. Блин, сейчас еще и подписывать же надо. Ты ёб твою жоп! Прыжок не сработал. Мне просто повезло, что было, я был на пригорке. Ужас, ужас. Кошмар. Так, с английском. Артефакт целостности. А вроде бы как-то так. Так, ну и что? Погнали к последнему артефакту. Вход в пещеру пожирателя. Да. Та самая пещера. Это остров хищников. Пещера пожирателя. Что это была красненькая? Наверное, этот был. Ладно, погнали. Здесь я не помню, что. Вот прям вообще не помню, что здесь. А, что-то темно. Просто не помню, изичная она, не изичная. Ну, лавовая что-то оказалось вообще изичная. Да ты серьезно? Ну, вы видите, да? Это вот в этой пещере нужно заныривать вниз. А страшно. Экс. Никого. Какой сарказух опять? Так я. Что так их много? Так, стоять. Опять вот сарказуха, я из уютного местечка вытащил. Ну там просто ей так классно, там. Так, здесь тупик, все. Я проверил, здесь тупик. Там в тенечке лежишь. Тебя водичкой поливает. Ну красота же, красота. А тут, блин, опять куда-то. Стоять около телепорта, ждать, когда я перепоюсь. Ну что за нафиг? Ну, что, понял, жестив? Они в ряд подряд. Так, стоп, назад переодеться. Не хватало мне, чтобы еще и водный костюм мне поломали. Потому что ортоплевр вижу. Да?
Скалопендр, блин. А мне вниз? О, блин! Спайдермен, Спайдермен. Ой, блин. Точно! О, не-не-не-не-не-не. А шо вы так согрелись совсем у вас много? Благо вот они не толкаются. Да ладно, я опять что ли посетил какую-то заметку? Так ёб твою... А когда я успеваю посещать какие-то заметки? На входе что ли там было? Ё-моё. Реально когда-то успеваю посещать заметки. Просто было неожиданно, я перепрыгнул аж раз две. Два обрыва. Я подумал, что я во второй сейчас уркнусь. Ну не, не, мне повезло. Дуракам всегда везет. А дуракам на саблезубом тигре вдвойне. Не то, что мой саблезубый тигр дурак, а то, что... Я вдвойне счастливчик. Просто надо от них избавиться, мало ли они согрятся, что-нибудь взбредет им в голову, и они такие: «О, давай-ка на него нападем, когда мне это не нужно будет». Давай-ка лучше от вас избавимся. А, вон он где, в самом низу, класс. Ну, вообще язычные пещеры. Синий! Синий! Это синий! Явно. Но что я заметил, они здесь всегда легендарные дропаются. То есть, хоть ты чё, говно дропни здесь, оно будет всегда легендарное. Классно! Только не нужное, но классно! Мегалания! Ты серьезно? Ладно. Эйда сюда! Эйда сюда! Подходи по одному! Да блин, опять эта сраная паутина! Да что ж такое-то, а? Как же вы заталкиваете свои паутины? Мне приходится прыгать. Просто так, двигаться быстрее. В паутине. Мать твою за ногу! Прям... Прям на коготочках. Ужасно. Так. Куда дальше? Окей, туда так туда. Отлично, кстати, здесь обсидиана дофига. Так клёво его, здесь можно подлутаться нормально так. Скорабей живи! Скорпион умри! Что-то я разогнался сильно. А, не, мне показалось, что он там с ними дерется. Был бы прикол, если бы я его скилл туда, он давает на них это злость вымещать. Не, реально было бы смешно. Ну, кому как, мне было бы смешно. Иди в жопу. А, дура! Она добралась до меня! Кстати, Микола ничего не дропается? Нет, ну и уже пойдем. А вот вас всех убить-то точно нужно. Подходи по одному! Я вас всех сейчас убью. Все, зачистил? Классно. Для чего? Ну, чтобы потом, если я приду... Точнее, когда я приду... Вот... Ай, блеха-муха, зацепился. Так-с. Ну давай, двигай жопой. Лично. Два левла. Ну окей, я понял. То есть только по одному этому. Лутать. По одной заметочке и все. Так.
Так. До дома, до хаты. Блин, не туда тебя вообще-то. ТПХ, ну да. Ладно. Так, давай проверим. Баг. Детишки, пацачишки. Чё, не канает, да? Жаль. Ну и фиг на тебя. Так, тпхм тебя. Вот сюда. А вот ты откроешься. И смотри, дали 150 секунд. Классно просто. Это такая тупость. И глаза брали. Окей. Погнали за артефактом. Кстати, стоп. А, не, господи, я подумал, это заметка, это мегалония. Так, я ж телепорт так и не поставил. Вот, телепорт. И это у нас артефакт, я бы еще бы помнил, как... Да ёб твою ж за ногу! Чисто такой добрый вечер встретил меня. Других добрых вечеров здесь нету? Спасибо. Пожирателям. Сейчас просмотрю. А, чё я туплю-то? У меня есть супер штука. Телепорт мне. Ой, не то. Телепорт мне больше не нужны, так что можно их убрать с раскладки. Давай, 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 давай. Ищи. О! Классно! Беру классная же штука. А, так, пожиратели. Переименовать. Так, мать твою. Факт пожирателя. Ну вот как-то так. И на арену вызывается. Кстати, вот эту. Вот эту я не вызывал. Да давай, иди сюда. Так, да! Подготавливаемся, подготавливаемся, скоро пойдем на боссиков. Оп, заметочка, и сколько дали? 2 левела всего, ну окей. То есть, по сути, ты не сильно-то и нормас. Да! Как-то вот я услышал, что она открылась, ну ладно, фиг с ним. Баг не сработает. Такси, лети туда. Домой. Да, баг не сработал, так как она открылась, я слышал звук открывания раньше. Ну и фиг с ней. В общем, короче, осталось всеми пройтись по артефактам. На всякий случай. Хотя, как видите, разница не сильно большая. То есть, как бы они по 2 левела получают сверху и все. То есть, как бы погоды сильно не сделают. Да. Ну, на этом я уже с вами буду прощаться. Серия сегодня вышла. Ну, почти адекватный в этом плане. Маленькая, аккуратненькая. Ютирануса надо притомить. Ютирануса. И по артефактам сгонять. Да. По артефактам надо сгонять. Ой, ну, по артефактам, господи, по этим. По лучам. По красным пещерным лучам. Посмотреть, может, что получится. Ну ладно, это уже будет в следующей серии. Посмотрим, что, как, да где. На этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться, как говорится, всем спасибо за просмотр, не забывать подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, ну, конечно, делиться моими видео с своими друзьями, это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока.